Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Огромное множество рыболовов ждет с нетерпением апрель, ведь именно в этот месяц водоемы освобождаются ото льда, и можно начинать рыбачить по открытой воде. В первую очередь в апреле месяце рыбаки устремляются половить рыбку именно в реках, так как здесь наблюдается максимальная концентрация рыбы. И хищник, и вся бель готовятся к нересту. Они сбиваются в стаи, заходят в реки и устья водоемов. На закрытых водоемах ситуация немного иная. В первой половине апреля, как правило, нерестится щука, а клев бели очень вялый. Какие же наживки самые уловистые в апреле на мирную рыбу? Я считаю так. Весна и растительные насадки – вещь достаточно сомнительная. Растительные наживки отложите на лето. В первой половине апреля рулит мотыль, ведь вода еще холодная. Рыба не перестроилась с зимнего режима, поэтому мотыль всегда спасает по плотве, лещу и даже карасю. А вот во второй половине месяца начинает работать червяк и опарыш. Окунь не в силах отказаться от сочного червячка. А на красных навозных червяков небольших размеров очень хорошо ловится плотва, подлещик и другая бель. А вот вам рыболовный секрет. Если хотите поймать рыбу покрупнее, то насаживайте весной к червячку кусочек сала. Не знаю, с чем это связано, но рыба хорошо реагирует на сало именно после зимы. Видимо, набирает силы после зимы и чувствует, что в такой еде много калорий. Весной очень хорошо насаживать на крючок вместе с червем опарыша или ручейника. На такую наживку соблазнится любая рыба. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!